летом, ты совсем взрослая девочка. Оставайся всегда больше веселой, красивой. Всегда слушайся родителей, бывайте своей цели в жизни, все получится, потому что ты очень хорошо. Пусть всем твои самые-самые большие мечты сбывают, и пусть твои родители, твоя семья, все будут счастливы. Просто их будут любимы. Будь счастлива. Аня, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого хорошего. Анюточка, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, любви, здоровья, успехов во всем. И чтобы все у тебя сдавалось. Я желаю, чтобы у тебя все было хорошо, потому что у тебя снова этап в твоей жизни. Я думаю, что у тебя появится снова возможность, чтобы все было замечательно. Здоровья. Дорогая Аня, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе всего самого лучшего, счастья и здоровья. Оставайся таким же верным и хорошим другом. Ну еще пожелаем тебе счастья, чтобы ты поступила в хороший вуз, университет, чтобы все с учебой было хорошо. Ну, короче, что взываю все мечты. Анечка, дорогая наша любимая, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе прежде всего здоровья, счастья, найти свой путь в жизни, поступить куда хочешь, закончить все обычно, замечательно. Ну, а я желаю тебе хорошо закончить школу, чтобы ты поступила в свой вуз, который ты выбрала, хочу, чтобы это сложилось очень хорошо. Дорогая Аня, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, что ты прежде всего нашла свой путь в жизни и осталась такой же красивой, как сейчас. Ну что ж, дамы и господа, давайте бурными аплодисментами встречаем нашу очаровательную именинницу! Есть в зале? Да! Вот, уже гораздо лучше. Прекрасные дамы, есть в зале? Да! Вот, молодцы. Мужчины, берите пример. Я предлагаю всем дружно, стоя, поднять бокалы за нашу очаровательную Анюту. С днем рождения, Аня! Поздравляю! С днем рождения тебя! Умоляю!
оставляю сердце наши мечты. К бутербродам. Поэтому, если у вас какие-то стесняйтесь, обращайтесь ко мне, чтобы максимальное количество гостей сегодня у нас танцевало во время музыкальных пауз. Буквально неделю назад раздался у меня телефонный звонок. Как вы думаете, кто же мне звонил? Да, абсолютно верно. Позвонила мне Аня. И состоялся у нас с Аней такой разговор. Аня говорит мне: Анатолий, вот в принципе, когда мы с вами встречались, вы нам понравились, наверное, хорошие, веселые ведущие, но есть одна серьезная проблема. Скажите, Анатолий, как вы будете вести мой день рождения, мое 18-летие, если вы совершенно не знаете гостей этого праздника? Да, Ань, было дело. Вот, я тут с Аней не мог не согласиться, всех вас, друзья мои, я вижу впервые. Но что Аня предложила? Представляете, за неделю до этого праздника, за неделю до этого события, Аня не поленилась и отправилась в библиотеку Московского государственного университета, где на кафедре психологии она откопала небольшой психологический тест. Тест, с помощью которого я могу более или менее понять, кто же за нашими праздничными столиками сидит. Я думаю, никто не будет против, если мы этот тест проведем, да? Никто не против? Вот, кстати, давайте на Аню посмотрим. Аня уже у нас веселая девушка. С чувством юмора у нее все в порядке? Ну, мне тоже так показалось, потому что Аня тест приготовила такой немножечко с юмором, и я предлагаю к этому тесту относиться с улыбкой и сразу же выбегать, бить морду ведущему не надо. Договорились? Если что, все вопросы к Ане. Вот, между тем, тест очень и очень простой. Каждому из вас сейчас про себя нужно загадать одну из трех цифр. 3, 5 или 7. Какая вам больше нравится, какая ближе к душе, да? Еще разок. Каждый про себя должен загадать одну из трех цифр. 3, 5 или 7. Все загадали? Все загадали? Все загадали. Ну что ж, тогда, пожалуйста, поднимите вверх ручки те, кто загадал цифру 3. Есть такие в зале? Отлично, отлично, отлично. Выше ручки, пусть вас запомнят, потому что согласно опросу социологическому, цифру 3, как правило, загадывают любители часами, сутками посидеть в социальных сетях. Давайте им поаплодируем. То есть это наши такие самые социально активные гости, да? Хорошо, идем дальше. Еще какая у нас цифра есть? Цифра 5 тоже очень интересная. Давайте поднимем ручки вверх те, кто загадал цифру 5. Есть такие? Хорошо, таких немного, но тоже очень интересная категория людей. Поддержим ручки, пусть вас запомнят, потому что цифру 5, как правило, загадывают любители полежать на диване и покомандовать. Давайте им тоже поаплодируем. Ну, то есть это наши такие самые главные лентяи, да? Ну и осталась какая у нас цифра? Цифра 7 самая многочисленная. Поднимаем руки вверх, кто загадал цифру 7. Держим ручки выше, потому что цифру 7, как правило, и Аня туда же. Держим ручки выше, потому что цифру 7, как правило, загадывают господа жулики и авантюристы. Бурные аплодисменты. Благодаря этому тесту вас, друзья мои, я более-менее узнал. Компания здесь веселая собралась, как я понимаю. Но теперь мне бы хотелось немножечко получше узнать нашу очаровательную Анюту. Вы же хорошо ее знаете? Вот. Поэтому хотелось бы от вас услышать, чем же Аня так эксклюзивна, чем же она отличается, какие качества отличают ее от всех остальных. Какая она? Давайте, мы должны сейчас ее просто усыпать комплиментами. Давай. Сногсшибательная. Еще какая? Добрая. Ну, веселая мы уже по тесту поняли. Милая. Умная. Уверенная в себе. Великолепно. Отлично танцует. Ходишь, наверное, куда-то занимаешься. Какие танцы? Бальные танцы. Хорошо. Еще дальше идем. Или все, кончилось? Хороший вкус. Отлично. Девушка со вкусом.
Все, что ли? Ну давайте еще пару-тройку. Очень исполнительная, но здесь вот шепотом говорит. Сексуальная, очень сексуальная. Хорошо, еще. Ну, лучшая подруга. Лучшая подруга решила чем комплименты отвешивать Анюте. Лучше я займусь бутербродами. Да? Ну их эти комплименты. Друзья мои, я предлагаю поднять бокалы за нашу умную, очаровательную, красивую, сногсшибательную, сексуальную именинницу Анюту. Мужчины пьют стоя. Я еще раз возвращаюсь к вопросу, а для чего мы сегодня пришли на этот праздник? Кто для чего пришел? Вот молодой человек по имени... Как зовут? Алан. Алан, для чего пришел? Ну, хорошо, кроме того, чтобы поздравить. Все? Это... Как? Полюбоваться, вот отлично, полюбоваться на именинницу. Отлично провести время. Вот это понятие как раз мы и раскрываем, да? Что для нас отлично провести время? Потанцевать, хорошо. Подарить незабываемое 18-летие, да, то есть своим присутствием сделать этот праздник еще круче и веселее. Ольга, для чего пришла сегодня на праздник? Покушать, абсолютно верно, говорит. Это шутка, да. Поздравить, ну мы уже говорили о том, что поздравить. Ну, итак, сейчас каждому из вас нужно погладить соседа справа по голове и похвалить его. У кого нет соседа справа, гладим соседа слева. Поехали. Хвалим, какие мы добрые, какие мы умные, какие мы хорошие, какие мы веселые. Обязательно за ушком почесать, не забывайте. Видите, сколько улыбок появилось в зале? Механическим способом мы наши головы размяли, теперь переходим к способу высокоинтеллектуальному. Правила очень простые. Последний из вас, кто назовет блюдо на букву «С», получит замечательный подарок. Давайте, какие блюда на букву «С»? Салат. Вы знаете, да? Салат, суп, еще. Суши, хорошо. Семга. Селедка под шубой, говорит Ольга. Сарделька. Сосиска. Любимое блюдо, конечно. Сэндвич. Как? Ставридка. Вы все по рыбам, я чувствую. Стейк, хорошо. Итак, стейк раз, стейк два. Семечки. Любимое блюдо школьника, да? Сало и семечки, это вообще что-то божественное, да, особенно вместе. Хорошо. Итак, сало раз. Сырники. Сухарики, хорошо. Спаржа, селедка, ну под шубой была, хорошо. Итак, сельдерей. А что у нас сегодня на ужин? Сельдерей. Да, хорошее блюдо. Итак, сельдерей, ладно, раз. Спаржа была. Вот молодой человек называл, по-моему. Спагетти, самса, хорошо. Ольга, помогай. Сахар, хорошо. Ну, представляете, сахар отдельным блюдом, то есть подают соль и сахар. Сливки. Ну, давайте возвращаться все-таки к блюдам, а не просто к продуктам. Ну. Великолепное блюдо, сливочное масло. Итак, ладно, сливочное масло. Кстати, сливки были уже, да? Ну, сода уже, до чего дошли. Все? Сосо-соло. Ну, в принципе, можно. Давайте, кока-кола как блюдо. Раз. Сосо-соло. Два. Соевое мясо. Один. Соевое мясо. Два.
Вас как зовут? Леди в ред. Алина. Алина, любительница у нас сырого мяса. Я прямо представляю, как... Ладно, не буду представлять. Свинина, хорошо, свинина раз, свинина два. Слоеный пирог. Слоеный пирог. Слойка, хорошо. Слойка один, слойка два, слойка три, все, дамы и господа, бурные аплодисменты. Саша, ну что ж, Саша, ты у нас сегодня победитель в этом конкурсе. И как победитель ты становишься победителем, скажем так, номинации «Лучший знатоков блюд» на букву «С» и получаешь вот такой вот вкусный алкогольный подарок. Еще раз бурные аплодисменты Александру. Дорогая Аня, твое 18-летие, желаю тебе счастья, здоровья, еще, ну, здоровья близким, конечно, чтобы ты поступила в тот универ, который ты, ну, захотела, чтобы там нашла еще больше друзей, таких же, ну, как мы, добрых. Ну, чтобы каждый день рождения проходил именно так, в кругу близких тех людей, и чтобы со стороны к тебе явились только добрые, привлекательные комплименты. Ну так оно и будет, я верю. Ну, короче, что сказать? С праздником! Спасибо. Ну что ж, давайте дружно, стоя, поднимем бокалы за этот замечательный тост. Вам нужно будет выбрать капитана команды. Капитан команды должен быть веселый, энергичный, жизнерадостный, такой как Маген. И способный повести за собой всех остальных. У вас есть претенденты на капитанство? Люда, да. Людмила. Но мы сейчас давайте проголосуем. Кто за то, чтобы Люда была капитаном вашей команды? Смотрите, все. Все, единогласно. Так, кто за то, чтобы Маген был капитаном команды? Ну что ж, у нас есть два капитана, и вам сейчас нужно совместно со своими командами придумать название и девиз команды. Друзья мои, хотелось бы еще раз представить капитана первой команды. Это у нас красавчик Маден. Давайте ему поаплодируем. Привстань, Маден. Пусть все полюбуются на тебя. Скажи, как называется твоя команда? Кэнди. Кэнди. Почему так, если не секрет? Потому что мы сладкие. Сладкие. Все мужчины согласны с этим. Девиз готовы крикнуть? Крикнуть? Да, на 3-4 кричим девиз. Поехали. 3-4. Позвольте представить еще раз капитана, нашу очаровательную Людмилу. Давайте ей поаплодируем. Люда, как называется ваша команда? Колесо. Команда «Колесо». Великолепно. Девиз готовы крикнуть? 3-4. Если мы колесо, значит мы поедем. Отлично, но если вы колесо, то скорее вы полетите, конечно. Ну ладно. Бурные аплодисменты команде «Колесо». Людмила,
им один. Я вас приглашаю на сцену под бурные аплодисменты зала. Да, вставайте рядышком. Так, ну что, вы хорошо знаете этих людей. То есть о чем-то их спрашивать, я думаю, нет смысла. Но все-таки несколько вопросов я задам. Людмила, начнем с вас. Если не секрет, случалось ли бывать когда-нибудь на сцене? И какая роль больше всего запомнилась? Не секрет, я занималась в музыкальной школе, поэтому на сцене выступала не раз. Да, так что пела и играла. Ну, в основном пела. Играла на фортепиано. Хорошо. Аплодисменты Людмиле. Обязательно ваш сценический опыт вам пригодится. Вадим, скажи, бывал ли ты на сцене? В школе. Но какие роли были в твоем репертуаре? Зайчиком играл. Ну, тогда понятно, откуда ветер дует по названию команды. Может быть. Хорошо, ну а самая запоминающаяся роль? Зайчик. Ну, зайчик. То есть она самая яркая и единственная. Когда у меня появился этот предмет, вся моя жизнь изменилась. Я стала лучше учиться, у меня появилось много денег. У меня появилось очень много друзей. Я перестала учить домашние задания и уроки. Я вообще не готовилась к школе, я только гуляла, отдыхала, веселилась, мне было очень хорошо. Скажи, как давно появился у тебя этот предмет? Года 3 назад, наверное. 3 года назад. При каких обстоятельствах? То есть ты его нашла, тебе его подарили, может быть, родители подарили? Ну да, мне подарили его. Подружка Настя сначала подарила. Настя, а у Насти есть этот предмет? Наверное, теперь нет. Тебе отдала. Хорошо, скажи, вот ты сказала, что перестала домашние задания учить. Ну вообще, как изменились твои отношения с учителями, когда ты с этим предметом начала приходить в школу? Когда я стала с этим предметом в школу приходить, но у меня... Да, мне, в общем, физика вообще плохо дается и так, когда я стала с этим предметом приходить, но там выгоняли иногда там пару раз. Контрольно сразу надо делать, там еще что-нибудь. Я думаю, что с этим предметом они стали сами уходить. С этим предметом, возможно, и так. Но забирали, но нет, она не уходила. Ей надо было довести урок, чтобы мы написали контрольную, а потом уже только она уходила. Ну что ж, я думаю, достаточно, да, пора раскрывать карты. У нас Люда только что прорекламировала автомат Калашникова. Бурные аплодисменты! Люд, молодец, очень хорошо. Фантазия у тебя развита на отлично. Можешь пока вот присесть на место Маген, можешь на свое, да. Маген, твоя очередь, примерно так же красочно и ярко. Когда у меня появился этот предмет, вся моя жизнь сразу перевернулась. У меня появилось больше друзей. Со мной стали больше дружить. Ну, я стал самым лучшим с помощью этого предмета. В школе меня сразу зауважали. Что еще? Я ходил с ним по улице. Гордился этим предметом. Каждый себя уважающий человек должен ходить именно с ним. Валер, давай тоже помогу. Расскажи, ну тоже такой же вопрос. Как давно ты стал активно пользоваться этим предметом? Наверное, с рождения. Ну, и такой вопрос, вот скажи, ты к нему сразу привык или со временем?
Ну, поначалу было чуть-чуть трудно, но привыкнуть, а потом уже нормально. Ничего, притерся, да? Хорошо, скажи, как твои одноклассники отреагировали, когда впервые увидели тебя с этим предметом? Ну, появилось больше друзей, наверное. А с подругами как? Полюбили. Ну что, мне кажется, этого достаточно, друзья мои. Мадин только что прорекламировал стримми! Бурга аплодисменты! Так, ну что, вернитесь оба капитана на сцену. У нас же был конкурс капитанов, поэтому, поскольку это конкурс, он предполагает, что кто-то победил, кто-то не победил, да? Первой у нас выступала девушка с грозным оружием. Давайте ей поаплодируем, кто считает, что она победила. Сразу за Людмилой на сцену вышел брутальный самец в стрингах. Кто считает, что победил? Вадим, аплодисменты! Так, ну, я бы, конечно, отдал предпочтение Людмиле, но, судя по аплодисментам, победил у нас Маден. Бурные аплодисменты, Маден, ты молодец. На самом деле, оба выступления были крутые, и ты у нас награждаешься как лучший в области рекламы. Да, лучшая реклама. Прошу, под ваши аплодисменты капитаны могут занимать свои места. Анечка, мы поздравляем с твоим 18-летием. Я хочу тебе пожелать тебя огромного женского счастья. Ты умничка, у тебя все в жизни будет хорошо, я в этом уверена. Оставайся всегда такой же привлекательной, кокетливой. Ну, ты всего добьешься, я уверена. С днем рождения. Ну, а я тебе хочу пожелать тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя все получилось, все, что ты захотела, чтобы поступила туда, куда хотела, чтобы обрела свое женское счастье и всего тебе самого хорошего.
Опан, Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опан, Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опан, Gangnam Style. Open Gangnam Style. Опан, Gangnam Style. Дорогая Анечка, мы поздравляем тебя с днем рождения, лично я. Я знаю тебя недавно, в отличие от многих, они учились с тобой почти там 11 лет многие. Я знаю тебя 2 года, и за эти 2 года я поняла, то, что ты очень светлый, добрый человек, очень отзывчивый и очень вообще хороший человек. В общем, я желаю, чтобы ты осталась такая же и стала еще лучше, чтобы ты поступила, куда хотела, чтобы все твои желания и мечты сбылись, чтобы ты нашла свою любовь, свой путь в жизни. Я тебя поздравляю. Аня, я поздравляю тебя с днем рождения. Мы с тобой учимся с 1 класса, и я знаю, какой ты ответственный, вообще очень хороший человек. И я лично от себя желаю тебе, главное, найти свой путь в жизни, пройти его достойно, и на этом пути не растерять все то, что ты приобрела, и в том числе и нас, друзей. В общем, поздравляю тебя. Спасибо. Наша Анечка, мы поздравляем тебя еще раз, тысячный, наверное, раз за сегодняшний день, с днем рождения. Мы тебе, лично я скажу за себя, Гуля потом скажет за себя. Самое главное, я тебе желаю здоровья, потому что все остальное приложится. Но еще я хочу тебе сказать то, что у нас с тобой вообще общего мало, мы с тобой абсолютно разные люди. Но то, что нас с тобой постоянно связывает, это чувство юмора. Что твое замечательное, что мое, оно самое тоже хорошее. Поэтому я тебе желаю, чтобы оно всегда присутствовало в твоей жизни. И только приумножалось, чтобы ты оставалась такой же красивой. Анюта, я тоже поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, да, в первую очередь здоровья, счастья, чтобы всегда тебя окружали близкие люди, чтобы они всегда были рядом и в любую трудную минуту тебя всегда смогут поддержать. Еще раз днем рождения! Так вот, у культового фильма, у каждого культового фильма есть, скажем так, набор каких-то положительных качеств, вот, что и делает его культом. Как вы думаете, какие это качества? То есть, что должно быть в кино такое, чтобы он стал культовым? Что? Ну, неповторимость мы как раз и раскрываем. Идея, ну, наверное, сценарий, да, какой-то должен быть сценарий интересный, сюжетная линия должна как-то закручиваться, хорошо. Кино должно быть жизненным. Да. Оно должно быть жизненным, хотя, с другой стороны, есть культовые фильмы, которые, скажем так, ближе к фантастике, но все равно они жизненные, да. Хотя, в любом случае, вы абсолютно правы, потому что они, наверное, в иносказательной форме как-то жизненные моменты пересказывают. Еще какие? Вот, есть люди, которые конкретно идут на режиссера, да, то есть, да, актерский состав. Вот тут вообще, наверное, большинство зрителей, кинозрителей идут конкретно на актера, да, потому что у нас некоторые актеры примерно уже с некоторыми жанрами кино ассоциируются. Ну, хорошо. А что еще есть в кино, что его всегда сопровождает? Ну, вот мы видим картинку, да, мы слышим текст. Вот, отлично.
А кто знает, как называется композиция, которая неразрывно связана с кинофильмом? Саундтрек, молодцы. Вот, сейчас об этом мы и поговорим. Точнее, у нас будет небольшой конкурс. Конкурс знатоков саундтреков. Итак, слушаем первый саундтрек. Вот, абсолютно верно. Молодец. Как зовут? Настя. Настя, давайте Настя поаплодируем. Так, друзья мои, мы, то есть человек, который наберет больше всего баллов, получит приз. Пока Настя заработала 1 балл, я ее поздравляю. Хорошо, идем дальше. Следующий саундтрек. Так, Маден. Джеймс Бонд, абсолютно верно, зарабатываешь свой балл. Поздравляю, давайте поаплодируем. Идем дальше. Так, а кто у нас будет главный щитовод? Хорошо, как зовут вас? Галина. Галина, следите, кто сколько баллов набрал. И себе не приписывайте лишнее. Хорошо, идем дальше, следующий саундтрек. Так, вот ручка была первая. Абсолютно верно, «Звездные войны», как зовут вас? А? Татьяне, давайте еще раз поаплодируем. А кто помнит, сколько серий? 7, абсолютно верно. Идем дальше, следующий саундтрек. Ну тут все знают, молодцы. Это у нас самый любимый новогодний фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Да? Хорошо, идем дальше, следующий саундтрек. Немножко сложно, но дам небольшую подсказку. Это саундтрек не к одному фильму, аж к целым двум. Ну, по крайней мере, я знаю только два фильма, в которых звучала эта песня. Вот в одном из них там молодой человек, не особо адекватный, постоянно бежит куда-то. Форрест Гамп, абсолютно верно, Ольге аплодисменты. А второй фильм, там снимается такой лысый мужчина, брутальный, очень хороший актер, один из любимых актеров моих. Ну да, а фильм называется «Крепкий орешек», да, правильно. Но балл все равно мы вам не дадим, потому что была подсказка. А вот Ольга балл заработала. Хорошо, идем дальше, следующий саундтрек. Так, ну, буквально вот вас на долю секунду опережает Таня. Буквально на долю секунды. Что за... Миссия невыполнима, верно, аплодисменты. И пока что Таня у нас первый претендент на обладание призом. У нее уже аж целые 2 балла, да? У остальных всех по одному. Идем дальше, следующий саундтрек. Музыка совсем другая. Ну, я скажу так, там очень редкий автомобиль практически через все 3 фильма проходит. Нет, редкая марка автомобиля, и вот с этим автомобилем неразрывно связан этот фильм, все 3 части. Ну наконец-то, Настя, аплодисменты, «Назад в будущее». Неужели здесь есть гости, которые не смотрели этот фильм? Правда? Вы не смотрели «Назад в будущее»? Обязательно посмотрите. Я его пересматривал, не знаю, раз 20, наверное, каждый раз смотрю. И вот интересно, на самом деле интересно, потому что фильм до сих пор актуальный, я считаю. Хорошо, так, у Насти и у Тани пока по 2 балла, да, Галина? Считаете? Следующий саундтрек, поехали. Так, ну что, кто? По-моему, кстати, Галина и... Ну кто? Руку поднимайте, кто знает. Ну, да. Нет, не увидела.
Ну, наконец-то, от заката до рассвета, абсолютно верно, Мадиан зарабатывает свой второй балл, аплодисменты! Хорошо, дальше идем, следующий саундтрек. О, Настя, молодец, молодец, Настя. «Пираты Карибского моря» практически с первых же нот Настя распознала, что это за саундтрек. Дальше идем. Все смотрели этот фильм, да? А кому понравился? А как зовут, я забыл все. Алина, да? Давайте Алине этот балл отдадим. И аплодисменты тоже Алине. Не знал, что так популярен этот фильм среди 18-летних. Да? А, все 18 или кого-то 17? 17. А, хорошо. Аня самая взрослая. Ну что ж, хорошо. Идем дальше, следующий саундтрек. Молодец, чувствуется, что молодой человек смотрел все фильмы вместе с папой. Никому. Сначала вообще все закричали «Ирония судьбы». Алина сказала, слушайте. Все, Алине отдаем приз. Ну, в смысле, не приз, а балл отдаем. Пока, да, приз рано пока, подождите. Дальше идем, следующий саундтрек. Тут тоже трудно понять, кто первый. Но тут говорят Алина, тут... Давайте никому мы балл не отдадим. А, Галинин, давайте, у Галины все равно ни одного балла нет. Раз она судья на главный, пусть балл этот будет ваш. Да, хорошо, дальше идем. Абсолютно верно говорит, это Терминатор, вы что? Та-т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 а. Это прямо мелодия очень известная. На телефонах раньше такая звучала, да? У некоторых. Хорошо, идем дальше, следующий саундтрек. Трудный ребенок, абсолютно верно. Кстати, в Терминаторе она тоже звучала, но молодцы, что знаете. Все смотрели «Трудный ребенок»? Согласитесь, под эту песню погромче, можно? Под нее так и хочется чуть похулиганить, что-нибудь сломать, да? Что-нибудь такое гадкое сделать, дотворить. Ну ладно, все, достаточно. Это я вижу уже блеск в глазах. Александр уже хочет перевернуть стол. Ну что, готовы? Поехали. Нет, Мадиан, это не «Матрица». Значительно старее фильм. Один из самых первых ужастиков. Но Фредди Крюгер ужаснее, чем этот фильм. Есть приложение даже такое на Apple. Игра есть такая. На iPhone, на iPad. Там надо людей спасать. Совсем запутал я вас. Связано с большой рыбой. Челюсти, не могу понять. Как Таня или Настя? Вместе сказали. Но раз вместе сказать, значит, никто не получает приз. Мадиан не говорил вообще ничего. Мадиан молчал. А, хорошо, ну что, никто не против, если Настя станет у нас победителем этого конкурса. Давайте ее бурные аплодисменты. И вот такой вот... Давай, выходи. Мы тебе торжественно вручим подборные аплодисменты как лучшему знатоку саундтрека, как лучшему знатоку кинематографа современного и не очень. Вот такой вот пресс. И эти бурные аплодисменты тоже тебе, Настя.
Итак, слушаем первую композицию. Арбинин или как это? Нет, не Арбинин. Вот, вот, Оля абсолютно верно говорит еще раз. Земфира и песня «Хочешь». Абсолютно верно. Оля, бурные аплодисменты. И Оля у нас больше не участвует в этом конкурсе. Потому что все хотят поугадывать. Мы идем дальше, слушаем следующую мелодию. Татарская народная песня. На самом деле, это тоже саундтрек очень известной телепередачи. Ну все правильно, что ж ты ручку не поднимаешь? Но, Настя! Там как хочется вернуться в городок, абсолютно верно, исполняет кто ее? Анжелика Варум исполняет, но все равно молодец, аплодисменты Насте, угадала? Угадала. Так, 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 зовут я забыл, как? Алена, что за песня? Show Must Go On в исполнении группы Queen, абсолютно верно, Алене бурные аплодисменты. И Алена у нас становится третьим участником конкурса «Угадать мелодию» вместе с Настей. И Ольга, я приглашаю вас на сцену, прошу. Да, можно под аплодисмент. Так. И вместе с вами я на сцену приглашаю трех помощников. Точнее, вы можете выбрать по одному помощнику себе. Любого пола. Ну что ж, дамы и господа, сейчас мы проведем нехитрый конкурс под названием «Угадай мелодию». Что у нас для этого есть? У нас есть три участницы очаровательные и три помощника, которые будут исполнять роль кнопочек. Да, сейчас мы дадим задание. Понятно, ты будешь издавать звук суслика в брачный период. Получится? Давай-ка. Я тебе подскажу. Суслик в брачный период издает звуки, такие похожие на тявканье, только очень высоко. Это больше на лягушку похоже. Тявканье, то есть так. Вот, только очень громко и очень высоко. Хорошо. Анюта, тебе дадим звук такой. Ты сейчас входишь в образ, представь, что ты блондинка. Причем такая блондинка, знаешь, из анекдотов. Вот, и тебе только что подарили розовый Бентли. Вот, вот, и какая реакция у тебя? Нажимай на кнопочку. Хорошо, ну... Таня, что тебе придумать? Давайте вместе придумаем. Какой звук будет издавать Таня? Как кого? Лягушку? Давай тогда не обычную лягушку, а лягушку с тяжелого похмелья. Только громче. Правила очень просты, звучит композиция. Если знаете, нажимаете на кнопочку, угадали, заработали балл. Кто первый доходит до 4 баллов, становится победителем этого конкурса. Ну ладно, идем. Точнее, начинаем наш конкурс. Угадай мелодию, первая мелодия. Так, кто был первый? Галина. Алена была первая. Белые розы исполняет Юра Шатунов. Абсолютно верно, аплодисменты. Хорошо, счет 1-0-0. Идем дальше, следующая композиция. Что-то Аня подтормаживает, по-моему, немножко. Как кнопочка. Ну, по-моему, Настя была первая, да? Ну, давайте спросим. Да, говорят Настя. Настя была первая, что же? Фабрика звезд, круто, ты попал на тебе, абсолютно верно. Хорошо, дальше идем. Так, так, стоп. Стоп, музыка. Абсолютно верно. Дискотека «Авария», хип-хоп, хаус и рок-н-ролл. Все в зале, двигайтесь с нами. Хорошо. Счет уже становится 1-2-0. Оля, соберись. У тебя есть все шансы догнать. Следующая мелодия. Так, Ольга была первая, да? Вместе с лягушкой. Гардемарины вперед, абсолютно верно. 1-2-1. Дальше идем. Следующая мелодия.
так, Галина. Галина уже увлеклась, погрузилась в воспоминания. Город 312 и песня осталась, верно. Хорошо, счет какой? 2-2-1. Следующая мелодия. Так, Настя, гости из будущего и песня... Абсолютно верно, редко судьба стреляет метко. Ну что ж, всего один балл отделяет от победы Настю. А мы идем дальше, слушаем следующую мелодию. Настя, дай поиграть остальным. Это что за подсказчики? Так. Так, тише, кто был первый? Алена была первой, и песня Дима Билан «Ночной хулиган», абсолютно верно. Еще 3-3-1. Ольга, давай уже начинай. Оля говорит, я больше по шансону. Хорошо, шансон так шансон. Следующая мелодия. Так, секунду, кто был первый? Это очень важно, потому что сейчас может определиться победитель. Настя была первой. Так, тишина, не подсказываю. Винтаж, плохая девочка. Нет. Нет, дамы и господа, я до последнего момента не верил, что Настя у нас станет победителем конкурса «Угадай мелодию». Ура, аплодисменты. Настя, так, секунду, не расходитесь. Настя, ну... Этот приз тебе, твоей кнопочке мы тоже дарим приз. Ну, я вот не знаю, у нас... Я предлагаю тогда всем вручить призы нашим участникам. Анют, я желаю тебе, чтобы все твои мечты сбылись, потому что сейчас начался новый этап твоей жизни. Тебе 18 лет. Ну как, ты уже стал взрослым, больше, чем мы. Мне кажется, что сейчас начинается как твоя судьба, ты должна выбрать, сделать для тебя правильный выбор. Ну, всего тебе хорошего, чтобы у тебя все было замечательно, что ты стал столько силой. Спасибо. Анют, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, все, что тебе уже сегодня желали очень-очень много раз. Конечно, я могла бы повториться, и что сама уже тебе желала. Но, Анют, мы знакомы с тобой 11 лет, и, в общем-то, я с каждым годом понимаю и убеждаюсь в том, что ты очень веселый, жизнерадостный, открытый человек, с тобой очень легко общаться, очень интересно, с тобой можно посмеяться. Ты понимаешь, о чем я? В общем, Анют, спасибо тебе огромное. Расти большой. Вот. Желаю тебе любви, счастья, здоровья. И чтобы с тобой всегда рядом были твои близкие и друзья, вот все мы, чтобы всегда и на день рождения, и на все праздники, которые отмечаешь и ты, и твоя семья, чтобы всегда собиралась большая компания, больше, чем сейчас. И желаю тебе, в общем, всегда много друзей и всего хорошего. Ну, Аня, желаю тебе, скорее всего, даже не знаю, счастья, здоровья, чтобы все у тебя в жизни сложилось, чтобы ты поступила в тот вуз, который ты хочешь, чтобы ты нашла свою любовь, ну, чтобы ты хорошо закончила вуз и потом пошла на работу, которую ты мечтаешь, может быть. Ну, чтобы, в общем, все у тебя в жизни было хорошо. Спасибо. Всем огромное спасибо. Спасибо. Ну, Аня, мы с тобой также знакомы 11 лет. И ты именно, наверное, тот человек, благодаря которому мама отвела меня на бальные танцы. О, да. За это я могу тебе сказать большое спасибо, потому что, ну, это были хорошие времена. Правда, их потом бросил. Но все равно спасибо тебе за это, то, что ты есть в нашем классе, то, что ты пригласила нас на такой замечательный день рождения. Ну и с днем рождения. Желаний исполнения. Я не жду, что найду.
карате. Ты была реальной, имя это мой бред. Я тебя создал по обрывкам снов. С чистого места рисуя эту любовь. И какой-то миг ощутив твой вкус, думал это сон, но так жалел, что проснулся. Каждый день, каждый прожитый час я видел небо в глубине твоих глаз. И если это просто мой бред, я буду в нем жить, никому не быть в себе. А если ты дана мне награду, что еще мне может быть надо? Ведь я живу теперь, если ты рядом. Если ты за мной, я могу решать. Если ты за мной, живу моя душа. Даже если новый год для тебя нашло, сердцу я за мной, если ты со мной. Если ты со мной, не меняешься. Других возможных вариантов нет. Новый год для тебя нашло, на свете любовь, если ты со мной. Со мной. Время для меня прекратило свой бег. Мы вдвоем укрылись в нашем мире отсек. Он был создан только для нас двоих. Вновь светило солнце глаз бездонных твоих. Страх пришел ко мне с появлением снов. Я думал, что усну, и мы не встретимся вновь. И мир пошел ко мне, я сорвался вниз. Ты ушла, оставив мне трудный жизнь. А если ты со мной, я могу решать. Если ты со мной, жива моя душа. Каждый новый год для тебя одной. Сердце бьет со мной, если ты со мной. Если ты со мной, мир меняет все. И других возможных вариантов нет. Каждый новый год для тебя одной. Нас ведет любовь, если ты со мной. Если ты со мной, я могу решать. Если ты со мной, жива моя душа. Каждый новый год для тебя одной. Сердце бьет со мной, если ты со мной. Если ты со мной, мир меняет все. Girls get out of here.
Макса, спасибо всем Макса. Ай, сердце бега, ай, ай, сердце бега. Делися, делися, спасибо всем Макса. Ай, сердце бега, ай, ай, сердце бега. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши. Я хочу быть еще ближе. Приветствуем на сцене суперзвезда шоу-бизнеса Александра! Вот это совсем другое дело! Александр, ты чувствуешь, да, уже, что и публика тебя по-другому воспринимает? Я вижу, что Александр красивый, молодой, симпатичный молодой человек, да? Ему нужен красивый фон, поэтому для начала возьмем трех девушек на подтанцовку. Кого мы возьмем? Анюта, давай. Ну что ж, девушки, вам сейчас нужно будет повторять вот такое незамысловатое движение. Вот ко мне чуть-чуть поближе подойдите. Вот, смотрите, берем правую руку, ее вперед. И такое движение делаем. И раз, два, три, хлопок обратно. Раз, два, три, хлопок. Давайте теперь без меня, под ваши аплодисменты. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, отлично. Девчонки справились великолепно. Чувствуется, что в музыкальную школу ходили все, да? Чувство ритма, чувство такта есть. Но вот энергетики не хватает, да? Энергии. Почему, как вы думаете, девчонки не энергичные? А я вам объясню. Потому что не хватает брутальных самцов позади, да, которые бы их поддержали. Давайте еще два мужчины у нас будут позади стоять. Так, Максим выходит на сцену и Алан. Алан. Хорошо, встаем позади девчонок. Встаем позади девчонок. И вы у нас будете выполнять такое движение. Для начала вот так вот ногу приготовили. Чуть-чуть подальше встаньте, ну не прижимайтесь, девчонка. Тем более вы вообще не один пришли. Вот, и делаем вот такое вот, в принципе, всем известное движение. Пистолетик в руку и поехали. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Получится? Давайте теперь вместе с девчонками. И вот это движение ногой тоже должно быть обязательно. Поехали. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, молодцы, великолепно получилось. Но все равно чего-то не хватает. Я обратил внимание, что у Александра приятный мужской тенор, приятный голос, да? Но нужно как-то обрамить этот голос. Я предлагаю взять еще двух девушек на бэк-вокал. Людмила, мы вас где-нибудь еще применим. Хотя можем, в принципе, трех бэк-вокалисток. Давайте тоже выходить. Так, вы встаете вот здесь вот. Вот здесь немножечко по диагонали относительно танцоров. Считаем вместе, берем вот так вот правую руку. И раз, два, три, четыре. Сможем? Я постарался фальцетом. У вас получится это более эстетично. Вот смотрите, вместе со счетом. И раз, два, три, четыре. Вот должно быть движение. Обязательно, да? Вот этот момент вы самостоятельно решаете, когда делаете. То есть я вам команд давать не буду. Сейчас порепетируем все вместе. Готовы? И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все вместе, не осталось. Еще разок. И
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, молодцы, аплодисменты. Александр, чувствуешь, я какую для тебя труппу уже создал. Но все равно чего-то не хватает. Александр же у нас настоящая суперзвезда. Да? Согласны? Вот, поэтому ему, как у настоящей звезды, у него должна быть своя группа поддержки, я бы даже сказал, не группа поддержки, свой фан-клуб, да. Ему нужен сумасшедший фанат, как вы думаете, кто же это будет? Конечно же, Маден, смотри, ты как настоящий фанат, ты как настоящий, да нет, нет, ты не гомосек, фанат, это разные вещи. Ты как настоящий фанат заранее, то есть за полгода купил самые дорогие билеты на его концерт в VIP-ложе вот сюда. Присаживайся. Да, вот сюда присаживайся. Вместе вот с фан-группой своей, ты должен, кстати, их подбадривать. В течение всего выступления ты, естественно, делаешь вид, что тебе это очень нравится. Вот. И в ответственный момент, когда от меня прозвучит следующая команда, фанат пошел, по этой команде ты прямо подпрыгиваешь со своего места, сломя голову несешься на сцену, напрыгиваешь на Александра, признаешься ему в любви и клянешься нарожать кучу детишек. Так, ну, чтобы для образа, давай вот эти еще шарики ему вручаешь. Хорошо? Все, у нас все готово. Александр, давай, выходи. Да, выходишь, естественно, красиво. Ну, уже без этой музыки. Выходи, выходи за кулисы. Гламурный подонок Александр Воля! Встречаем! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хочу жить вместе, не похожим на Европу. Европу. Хочу, чтобы все было хорошо. Та группа работает, молодцы. Бэк-вокал, круто, молодцы! Мужчины энергичные! Брутальные самцы! И фанат пошел! Ну что, дамы и господа, вам понравилось выступление нашего Александра? Тогда все встаем, беремся за ручки, сейчас на поклон встаем. Беремся за ручки. Все взялись за ручки, вся труппа. Да, фанат тоже присоединяется, может вот внизу здесь встать. Да. И делаем следующее движение. Поклон, как вы делаете? Раз, два, три, четыре. Под ваши бурные аплодисменты трех наших фанатов поставьте. Ну, поклон. И раз, два, три, четыре. Ну что ж, огромное спасибо всем участникам. Молодцы. Молодцы. Твоим мужской подтанцовке я бы хотел вручить. Да. Вот эти призы. Галина, прошу. Екатерина, это вам. А у кого два подарка? Да, вот, отлично. Смотрите, справедливость восторжествовала. Алина, да, по-моему? Алина, ты тоже у нас с подарком сегодня. Ты самая красивая, самая замечательная. Я очень рада, что с тобой знакома, что учусь с тобой в одном классе. Мне нравится, что ты всегда остаешься сама собой, такой же искренний, помогаешь всем. И пусть будет мне жизнь сплошная клубничка.
сладко и ярко, и просто отлично. Пусть твоя жизнь будет как твой день рождения, шикарным. Я очень тебя люблю. Анечка, ты уже давным-давно моя подруга, самая-самая лучшая. Я хочу тебе пожелать самое главное здоровья, потому что если оно есть, то у тебя все в жизни возможно. Я желаю тебе преодолеть все жизненные трудности, если они возникнут на твоем пути, и найти того человека, своего любимого самого, которого бы одного единственного на всю жизнь, чтобы он тебя радовал, и чтобы все-все окружающие тебя люди тебя только радовали. Я тебя поздравляю. Поздравляю! Я вам буду называть какое-нибудь животное, скажем, в мужском роде, а вы будете говорить, как оно звучит в женском. И наоборот. Попробуем? Да. Попробуем. Ну, давайте для начала, к примеру, если она кошка, то он... Кошка. Отлично. Если он тигр, то она... Тигрица. Великолепно. Если он бобер, то она... Бегемотика. Хорошо. Если он бегемот, то она... Бегемотика. Бегемотика. Если он жираф, то она... Жирафиха. Если он лебедь, то она... Лебедиха. Лебедиха? Алина, по-моему, пересмотрела немецких короткометражек. Их лебедиха говорит. Лебедушка. Более верный ответ. Хорошо. Если он воробей, то она кто? Абсолютно правильно. Елена Воробей. Да? Все знают такую исполнительницу. Хорошо, если, скажем, он осел, то она кто? Ослица. Ослица. Если она оса, то он? Осец. Осец? Осаться. Осаться? Да. Мне кажется, это глагол. Хорошо. А если есть какие-то... А, если он динозавр, то она... Если он крокодил, то она... Крокодилица, хорошо. Если она муха, то он... Мух. Ну и давайте последнее. Если она стрекоза, то он... Стрекозел. Стрекозел, конечно же, стрекозел. Да, ну что, молодцы. Я вас поздравляю, вы русский язык знаете на твердую пятерку. Собственно, за это и предлагаю поднять бокалы, да, за наш великий и могучий, на котором мы общаемся, на котором мы признаемся в любви, на котором мы пишем стихи, смс-ки. Так, и, по-моему, осталось еще поздравление, нет? А, все. У нас все поздравления закончились, да? Наши мужчины, они настоящие? Вот, они сильные? Ну, четыре кавалера у нас присутствуют среди гостей. Я предлагаю проверить, насколько они сильны, поэтому под аплодисменты приглашаю их на сцену. Маден. Маден, скажи, сколько ты сможешь раз отжаться от пола? Раз 20 точно. 20 раз, да, сможешь? Хорошо. Алан, сколько ты сможешь отжаться от пола? 40-50. 50 или 40 все-таки? 60 раз сможешь. Хорошо, сейчас проверим. Хорошо. Александр, сколько ты сможешь отжаться от пола? 21. И Максим сможет отжаться? 60, но на данный момент 20 раз, да? Ну что ж, дамы и господа, я поздравляю Алана, он только что стал победителем конкурса на самого сильного мужчину, поскольку заявляет, что может отжаться 60 раз от пола. Ну, к сожалению, я вам ничего не подарю. Вы сильный, вы сами все отберете, если надо. Все бурными, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю наших мужчин занимать свои места. На сцене будущий победитель Евровидения неоднократный. Дамы и господа, бурные аплодисменты. На сцене Маден. Если, кстати, группа поддержки в течение выступления выйдет на сцену и поддержит его, это будет очень хорошо. Поехали.
I was your boy, and I'll never let you go. I can take your place, you're not a beautiful. Baby, take your chance, you'll never ever know. I got none in my hands, and you let the blow. Swap, swap, on you. Team does a vibe, I'm being so fond of you. I'm not about you, but tomorrow you can see the fire. I'm not about you, I'm not about you. I'm not about you, everything you want. Hey, girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. If you were my outlaw, never let you go. Ваши спорты, аплодисменты, молодец, слушай, очень-очень здорово, мне кажется. Спасибо тебе за выступление. Молодец, побольше вы таких выступлений. Вижу я, что вы хорошо подкрепились. Сейчас нужно немножко растрясти все это дело, да, чтобы еще что-нибудь влезло. Как насчет того, чтобы с медленной композиции начать? I'm a little bit, I'm a little bit, I'm a little bit.
Не ожидал, что столько будет желающих протестировать себя. Ну, давайте для начала проверим, насколько хорошо у нас работает орган, отвечающий за координацию движений. Кто помнит, какой у нас орган отвечает за координацию движений? Моржечок, правильно. Чувствуется здесь с анатомией у гостей получше, да? Сейчас смотрите, что делаем. Начинаем кружиться вокруг своей оси по часовой стрелке. Поехали. Кружимся вокруг своей оси по часовой стрелке. У всех часовая стрелка в одну сторону крутится. Вот, молодцы, молодцы, хорошо. Так, не все почему-то у нас кружатся. Ну ладно, хорошо, достаточно, смотрим на меня, встаем в строй. Голова ни у кого не кружится? Нет, кружится. Теперь глаза закрываем, ручки вперед вытягиваем. Обе ручки впереди. Теперь правой рукой до кончика носа нужно коснуться. Да, я видел, Александр, промазал. Ничего страшного, главное без глаз не остаться. Обратно ручки впереди, теперь левой рукой до кончика носа коснулись. Молодцы, молодцы, все справились. Глаза закрыты, глаза ручки впереди. И глаза впереди, и руки впереди. Теперь глаза закрыты, руки впереди, говорю. Да, теперь правой рукой до кончика носа соседа слева. Правой рукой до кончика носа соседа слева. Другие органы не трогаем, только кончик носа. Так, молодцы, обратно руки впереди. Теперь мстим, теперь левой рукой до кончика носа соседа справа. Так, Галина. Я же говорил, что кончик носа. Хорошо, обратно руки впереди, глаза закрыты. Теперь левой рукой до кончика носа соседа снизу. Я шучу. Все, руки опускаем, глаза открываем. Молодцы, это была всего лишь разминка. Сейчас будет основной тест на состояние алкогольного опьянения. Тест с помощью... скороговорок. Скороговорок.
каждому из вас, да, сейчас по очереди в микрофон, я буду к вам подходить, нужно повторить вот такую незамысловатую скороговорку. Звучит она так. Скороговорун скороговорил, скороговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Но за скороговорившись выскороговорил, что все скороговорки перескороговоришь, перевыскороговоришь. Я вижу изумление в Таниных глазах. Изумление, да. Читаю примерно в Таниных глазах следующее. Анатолий, вы что, издеваетесь над нами? Что за легкие детские скороговорки вы нам задаете? Мы же взрослые люди, давайте нам серьезные взрослые скороговорки, да? Ну ладно, да, ладно, хорошо, вы напросились, все будут страдать из-за Тани, поэтому будут вам взрослые скороговорки, серьезные. Тут лучше видеокамеру выключить, иначе мне потом родители будут говорить, как же ты так, не всем же 18, а ты сразу скороговорки взрослые. Ну ладно. Попробуем. Первая скороговорка, самая простая, звучит так. Ложечка желобока выгибистая. Ложечка желобока выгибистая. Хорошо, дальше. Ложечка желобока выгибистая. Ложечка желобока выгибистая. Еще разок. Ложечка желобока выгибистая. Еще раз. Ложечка желобока выгибистая. Ложечка желобока выгибистая. Хорошо. Ложечка желобока выгибистая. Отлично. Ложечка желобока выгибистая. Хорошо. Ложечка желобока выгибистая. Отлично. Ложечка желобока выгибистая. Ложечка желобока выгибистая. Да, еще такое правило, от микрофона не нужно прятаться, говорим в микрофон. Ложечка, что? Желобока выгибистая. Желобока выгибистая, выгибистая, и что? Хорошо, но это еще начало. Это только начало, ребят. Давайте еще шаг назад сделаем. Следующая скороговорка будет чуть-чуть посложнее. Она, кстати, про последние тенденции в мире моды. Все, выключайте камеру, правда. Не нужно этого снимать. Звучит она так. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Дальше идем. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Можно повторить? Юбочка модным модна, из модных одна модна. Юбочка модных модна, из модных одна модна. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Еще разок. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Юбочка. Юбочка модных модна, из модных одна модна. Юбочка модна. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Из модных одна модна. Хорошо. Из модных одна модна. Все равно такое. Так, ну что, готово, Людмила? Юбочка модным модна, из модных одна модна. Юбочка модным модна, из модных одна модна. Так, ну хорошо, отлично. С этой скороговоркой справились. И последняя скороговорка. Последняя скороговорка самая простая. Она, кстати, про одну из двух российских бед. Кто знает, какие беды в России? Дураки и дороги, абсолютно верно. Мы сейчас поговорим про наши ровные красивые дороги, да? Ну, практически. Звучит скороговорка так. Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я. Готово? Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я. Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я. Ну, не переживайте, мы сейчас
узнаем, что вы не одна туда ездите. Да, Максим, еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. Отлично, хорошо. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. Ну, я же говорил, что вы не одна. Дальше идем. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. Еду я по выборинам, из выборин не выйду я. Не выборина, а выбоина. Это разная вещь. Еду я по выборинам, из выборин не выйду я. Еду я по выборинам, из выборин не выйду я. Хорошо. Еду я по выборинам, из выборин не выйду я. Еду я по выборинам, из выборин не выйду я. Там были выборины, здесь уже выпоины. Хорошо, Таня. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. Хорошо. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду. Так, ну и остается у нас Настя. Мне кажется, будет несправедливым, если мы Насте ту же самую скороговорку дадим, да? Она все это время повторяла ее, поэтому, Настя, специально для тебя специальная скороговорка, самая сложная. Ну, давайте. Звучит так она. Гляну в поле холм с кулями, выйду на холм, куль поправлю. Куль – это кулек, значит, кулечек. Смотри, два действия. Первое – гляну, второе – выйду. Гляну в поле холм с кулями, с кулечками. Выйду на холм, куль поправлю. Выйду в поле? Гляну в поле холм с кулями. Гляну в поле холм с кулями. Ну, вот последние два слова на каком языке были сказаны. Ну что ж, молодцы, всем аплодисменты. Вот, ну, я что могу сказать? Прежде всего, Анюта, я тебя поздравляю, прежде всего, не с днем рождения, я тебя поздравляю с тем, что у тебя очень хорошие, верные, умные, интеллигентные, приятные друзья. Мне было очень приятно проводить этот праздник такой великолепной компании. Дай Бог, чтобы всю твою жизнь тебя такие люди сопровождали. Вот, но все же я тебя поздравляю от себя, ну, от нашего коллектива с Эриком. Я думаю, и фотограф, и видеооператор тоже присоединяется. Мы поздравляем тебя с 18-летием. В некотором плане ты так уже входишь по-настоящему во взрослую жизнь. Теперь тебе... уже точно с паспортом будут продавать пиво в лайках, да? Плюсы это или минусы, ты решай сама. Но самое главное, это, конечно, ты сейчас самостоятельно можешь принимать решения. Ты взрослый. Друзья мои, я предлагаю все-таки взять бокалы и всем дружно, с криками «Ура!» поднять бокалы за нашу очаровательную именинницу. С днем рождения! Все кричим «Ура!» И поехали! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! 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 Ну что ж, дамы и господа, и вот этим огромным, красивым, веселым составом я предлагаю выйти на сцену. Сейчас будет звучать очень веселая композиция. Надеюсь, вам она нравится, и под нее можно по-настоящему поколбаться. Танцуем все! We'll be right back.
Yeah.
поскорей, и целуй меня везде, мой 17 мне уже. Забирай меня скорей, увози на 100 морей, и целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Знаете, что ни один день рождения не может обойтись без чего? Без чего? Абсолютно верно, дамы и господа. Под ваши бурные аплодисменты встречаем чудо кулинарного искусства. Именинный пирог. Анюта, наверное, уже в первом порядке загадывает кучу желаний. Сейчас, смотрите, сейчас на счет три, будем считать все дружно до трех. Аня должна затушить будет эти свечи. Загадала желание-то, нет? Так. Вот, если не получится, тогда мы все помогаем затушить. Но мы надеемся. Загадала? Ну что, готовы до трех считаем? И... раз, два, три! Я хочу поблагодарить всех своих друзей, которые пришли на мое день рождения, которые устроили мне такую здесь атмосферу. Конечно, хочу поблагодарить своих родителей, которые создали мне и сделали такой праздник на мое совершеннолетие, на мои 18 лет. Спасибо ребятам, моим одноклассникам. Они себя показали такие, какие они есть на самом деле. Я очень этому рада. Они раскрепостились, не стеснялись и были такими, какие они есть на самом деле. Спасибо всем огромное. Спешу с подарком.